Всем привет! Это видеообзор мышки Гиги для кошек. Ну, как оказалось, не только для кошек. Моему щенку очень полюбилась эта мышь, поэтому мы приобрели вторую мышь, чтобы у каждого было по мышке такой. Значит, это вот такая вот мышь. Она мохнатая, хвостатая. Если вы ее двигаете или к чему-то касаетесь, она пищит. Видите, коту очень нравится. Вот. Они носят как дичь, как настоящую живую мышь. Так и не отличишь с первого взгляда. Значит, эта мышь имеет датчик с пищалочкой. Такой. И нашим домочадцам очень нравится. Вообще, всем рекомендую игрушки фирмы Гигви и лёжки фирмы Гигви. Они отличные. Спасибо вам за внимание и желаю вам успехов.